Экстремальные аттракционы, цунами, тайфун, морской полет, игровые автоматы, автодромы и масса других потрясающих развлечений ждет сочинских детей в Хэппилоне ежедневно. Но 31 мая в честь международного праздника здесь пройдет самый настоящий праздник детства. Только в это воскресенье входной билет на целый день можно будет приобрести за 700 рублей. Это выгодное безлимитное катание на всех аттракционах. Пройдет в Хэппилоне и выставка рисунков, и кулинарная мастерская. Также в программе мастер-класс и шоу со сказочными героями. Целый день 31 мая волшебная страна Хэппилон готова дарить вам улыбки и отличное настроение. Катайся на всех аттракционах парка, украшайся праздничным аквагримом, лопай вкуснейшее мороженое в ресторане «Таверна Тартуга», пеки веселые печеньки. А ровно в 15:00 все мы с вами встретимся на веселой шоу-программе, где будет много веселья и сюрпризов. А по слухам, к нам даже придет главный волшебник страны Хэппилон, дракончик Хэппик. Всех с наступающим праздником! Вместе со входным билетом в тематический парк «Хэппилон» ребенку вручат специальный флаер, в обмен на который дети бесплатно и получат шарики мороженого, сладости и услугу аквагрима. Огромный пиратский остров развлечений – оазис безудержного веселья. Так о «Хэппилоне» отзываются самые желанные здесь гости – дети и их родители. Мы приезжаем сюда с Абхазии, именно в «Хэппилон», потому что ребенку здесь нравится, и он нас постоянно тянет сюда. У меня просто нет слов, тут такие крутые аттракционы. Я обязательно сюда еще раз приду. Нам всем повезло, что мы здесь оказались, потому что здесь, блин, просто круто. Я возвращаюсь сюда снова и снова, потому что здесь так классно, много аттракционов. Уникальный парк аттракционов «Хэппилон», расположенный в торгово-развлекательном центре «Море Молл», ждет главных виновников торжества 31 мая. Этот день защиты детей, обещают организаторы, по-настоящему превратиться в праздник детства. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.